Сегодня на совещании в правительстве Новгородской области фактически дан старт кампании по выбору территории для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отметил губернатор Андрей Никитин, учитывая солидное федеральное софинансирование, важно достичь максимального эффекта. Новшество этого года – масштабный подход к информированию и организации народного голосования. Онлайн-возможности станут доступны не только жителям Великого Новгорода. До старта голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году, осталось менее 2 месяца. Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая. Голосование будет проходить онлайн на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Новгородский раздел уже запущен, но пока площадка еще наполняется необходимой информацией, а полностью будет готова к апрелю. Для того, чтобы проголосовать, нужно будет зайти на сайт, выбрать свой населенный пункт, ознакомиться с теми территориями, которые будут вынесены на голосование. Можно будет войти либо через портал госуслуг или зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, ну и выбрать ту территорию, которая, по мнению каждого жителя, должна благоустраиваться в первую очередь. Организаторы голосования предусмотрели и тот риск, что не все избиратели – активные интернет-пользователи. Но возможность проголосовать все равно будет у всех. В этом помогут волонтеры, набор которых уже стартовал. Они будут работать на специальных информационных точках по всему региону. Эти пункты будут подключены к глобальной сети, и там сможет проголосовать любой житель области. В регионе будет организовано не менее 50 таких информационных точек. Приоритеты – это, конечно, места с большой проходимостью, как уже сказала Ирина Юрьевна. Это государственные муниципальные учреждения, общественные территории, торговые центры, магазины. В будущем году в рамках проекта наш регион получит 158 миллионов рублей из федерального бюджета. Объекты для благоустройства жители региона будут выбирать из 64 претендентов, которые находятся в областном и районных центрах, городских поселениях и поселке Угловка. Задача понятна, ресурсы все тоже понятны. Никаких причин для того, чтобы ее не реализовать, эту задачу, у нас нет. Критически важно сделать это в максимальном контакте с людьми. И сделать ровно то, чего на самом деле люди хотят. Отметим, что проект формирования комфортной городской среды реализуется в Новгородской области с 2017 года. За это время в области благоустроено более 700 дворовых и общественных территорий. На это были выделены около 600 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.